Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про сміттєву реформу. В нашій студії заступниця директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ірина Козлова. Ірина Козлова – заступниця директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Має три вищі освіти. Партнерка Міжнародної асоціації поводження з твердими відходами ISWA в Україні. Виховує доньку. Хобі – колекціонування кактусів. Ірино, рада вас вітати в нашій студії. Здравствуйте. Тож, 21 липня парламент проголосував у першому читанні проєкт закону про управління відходами. Це взагалі прийняття от рамкового законодавства в сфері відходів для України от вкрай важливо. Як ви гадаєте, коли саме цей закон вже буде прийнятий? Да, наша страна уже последние 5 лет живет в ожидании этой мусорной реформы, и мы очень надеемся, что в этом году мы наконец-то победим эту тему. Рамочный закон про управление отходами, он для нас, для всех очень важен, и для госслужащих, и для бизнесменов, для наших общественных деятелей, и, естественно, для нашего населения. А рамочный закон предполагает общие правила управления отходами, которые будут действовать на территории Украины, которые соответствуют европейским стандартам. А плюс после принятия рамочного закона мы очень ждем принятия нескольких секторальных законов, которые будут касаться уже конкретизировать работу по обращению с отходами в стране. Это законы про батарейки, аккумуляторы, про электричное электронное обладнание и регламентировать работу общества расширенной ответственности производителей. Поэтому это очень важная для нас тема, и мы все стараемся работать, ускорять этот процесс, и, может быть, даже в сентябре состоится второе чтение. Мы очень ждем этого. На данный момент комиссия парламентская собирает предложения, замечания от всех стейкхолдеров этого процесса. І з учетом правок буде винесений цей закон на второе читання. Ви, от, наприклад, департамент екологічної політики Дніпровської міськради, він надає якісь зауваження чи пропозиції щодо цього закону? Чи приймаєте участь? Да, безусловно. Ми останні 2 роки участвуємо в цьому процесі. Там є ряд наших предложений, в тому числі ми перші почали внедряти в Україні будівництво іменно муніципальних пунктів прийому вторичного сырья. Эти пункты теперь будут регламентироваться законодательством. Будет очень четко прописано, зачем они, кто будет заниматься этим процессом. Поэтому мы рады, что наши предложения тоже услышаны и попали в закон. У квітні до нашої студії приходив в гості Олег Борисович Семенко, і він саме розповідав, що у Дніпрі до кінця року встановлять вже 6 пунктів прийому вторинної сировини. Оце саме... Це те важливе, що повинно бути в законі, і то ми вже попереду, тобто наша область, так би мовити, в перших рядах. Так. Система буде працювати наступним образом. В законе прописано создание оператора, муниципального оператора. Это обязательно, ну, на данный момент еще правки не внесены, и как бы очень много по этому поводу есть несогласий различных участников этого процесса, но на данный момент в законе прописано, что это коммунальное предприятие, которое объединит в себе функции по сбору, вывозу, утилизации и відновленню, ну, то есть обработки отходов, да, как бы вторичное сырье, скажем прямо.
Це взагалі ось такий новий підхід саме для України, так? Нові такі поняття, але для Європи це звичайна справа. Вже вони працюють за цією системою, так? Польща, Австрія, Німеччина. Тому що в даний момент у нас є операції по збору, вивозу і утилізації захороненню наших відходів. Здесь, як ви бачите, додається у нас ще операція з відновлення. Тобто ми обязаны соответствовать иерархии отходов, прописанным в национальной стратегии. И как бы не то, что даже обязаны, это, я считаю, что это долг наш вообще перед обществом. И в первую очередь заниматься минимизировать отходы, которые и захоранивать только те, которые останутся уже после всех возможных операций, которые можно проделать с отходами, только потом мы можем, имеем право их закопать, ну, то, что уже осталось, там, инертные отходы. Вот, поэтому будет создаваться оператор коммунальный, который будет, в свою очередь, на все эти операции проводить конкурсы и нанимать исполнителей услуг. То есть конкурс на оператора по вывозу мусора, конкурс на оператора, который будет заниматься раздельным сбором, собирать электрично-электронное обладнание, батарейки, аккумуляторы, различные опасные отходы в составе бытовых. То есть это все отдельные как бы будут поставщики этих услуг населению. И как бы спор возникает в месте по поводу расширения полномочий муниципалитета. То есть, да, почему этот оператор именно коммунальной собственности, а не частной формы собственности. Ну, я считаю, что в нашей стране полномочия по поддержанию санитарного порядка на территории города, ответственность вся лежит на органах местного самоуправления. Органы местного самоуправления обязаны контролировать, соблюдать чистоту, и, соответственно, они отвечают за весь этот процесс обращения с мусором. А что касается частных организаций, то мы все знаем, как бы это из курса экономики, да, там сейчас, наверное, в школах преподают, о том, что частное предприятие, оно в первую очередь во главу угла ставит получение прибыли. А прибыль из мусора – это как бы один из многих мифов, который преследуют некоторые люди исповедуют, да, это. Поэтому эта операция, это все достаточно спорный момент. То есть прибыток навряд ли можно отримати через переробку. Да, и есть моменты социальные, конечно. То есть ликвидация бесхозных отходов, она, естественно, никакой прибыли никому не приносит. А потом существуют плавающие цены на вторичное сырье. Да? Как только обваливается рынок пластика, у нас исчезают частные перевозчики, которые возили этот пластик. Вот. Поэтому, конечно, это функционал муниципалитета, и однозначно у нас должен быть коммунальный оператор муниципальный, который может взять на себя риски определенные, распределять эту финансовую нагрузку и обеспечивать санитарное состояние и чистоту в городе. Кто має оплачивать взагалі работу из этих муниципальных пунктов? Тут, опять же, очень интересная система будет в нашем новом законодательстве. У нас появится расширенное общество расширенной ответственности производителей. То есть те предприятия или импортеры, которые завозят в Украину продукцию, которая попадает под определение расширенной ответственности производителей, они обязаны будут отвечать за дальнейшую утилизацию своей продукции или импорт. Це, тобто, яка саме продукція? Це пластик, електронне, електричне обладнання, картон, ну, вся упаковка, да, батарейки, акумулятори. В різних странах Європи, і, ну, не тільки Європи, і Азії, в законі прописується, які іменно види продукції попадають під определення розширеної відповідальності. У нас зараз річ йде іменно тара упаковка, шини, электронное электрическое обладнание, батарейки, аккумуляторы. Пока так. Но список этот можно расширять. Я же говорю, там и утилизация автомобилей, и ну, так далее. В другом учитании может быть да. Уже больше расширенный. Эти предприятия, они будут иметь право либо индивидуально заниматься утилизацией использованной своей продукции, либо объединять свои финансовые усилия между некоторыми схожими предприятиями и организовывать сбор и переработку
своей продукции. И, естественно, на этапе сбора возникает ситуация, кому легче этим заниматься. Муниципалитету, который уже годами вывозит и имеет свою логистику, свои транспортные средства, свои контейнеры, да, для сбора этого сырья. Или организовывать все с нуля и передавать в управление. Тут как бы возможны варианты, но мы, естественно, все понимаем, что будут возникать отношения с муниципалитетами договорные, и эту функцию на себя возьмут муниципалитеты. Ну, я думаю, во многих городах, если в законе более четко не пропишут, это как обязанность. Соответственно, возможно, еще был в законе экологический налог для тех предприятий, которые не хотят вступать в общество расширенной ответственности производителей, просто плати определенную сумму и не занимайся. Но я думаю, что как бы тоже идея неплохая, но все-таки общество расширенной ответственности mm-hmm. это самый цивилизованный момент в обращении с отходами. Вот, соответственно, муниципальные пункты приема вторсырья будут, это будет вид площадки, на которую собираются все виды вот этих отходов. То есть это не банальное окошечко в доме, куда можно сдать бутылку, а это площадка, центр, и они будут расширяться. Сейчас у нас как бы это будет один контейнер, а потом одно здание, а потом они будут расширяться. Не думаю, что прямо в этих местах, да, может где-то еще на окраинах появятся следующие, в которые будут принимать отдельно от граждан, отдельно контейнер для холодильников, отдельно для использованных батареек, термометров, ртутных, там, ртутных ламп, да, со всеми там условиями для их хранения. Ну, естественно, как бы люди будут иметь возможность утилізувати свою бытову техніку как бы правильно. Як це буде працювати, от і дивлячись так, для населення? Тобто будуть такі собі ось ці самі муніципальні пункти, так, в яких буде, ну, як це буде працювати, як це ви бачите? Ось це ті пункти прийому вторинної сировини, про які нам розповідали з вашого департаменту. І це вони будуть називатися муніципальними пунктами, так, по закону? І ці муніципальні пункти будуть потім здавати на переробку це зібране сирьо, і нам додається фінансовий поток від підприємств, які будуть оплачувати цей процес. Соответственно, как бы будет облегчать, возможно, ну, облегчать нагрузку на население, потому что за загрязнение у нас вводится принцип «забруднивач платит». То есть тот, кто это завез, тот за это и отвечает. Я еще очень часто получаю вопросы по поводу фандоматов. Да? То есть это очень хорошая идея, шикарная, но я считаю, что это класс-люкс. Давайте поясним, що таке фандомати. Фандомат – це такий апарат, який встановлюють в основному в торгових сетях або в многолюдних містах, там на вокзалах, ще где-то, куди може чоловік здати тару. Ну, в основному тару здають. Да? Скло, пластик. Стекло, пластик, алюмінієву банку і отримати свої гроші. Я хочу зробити акцент на тому, що це не зовсім відходи. Это, по сути, тара, которую нам дает в пользование предприятие, которое продает определенный напиток, да? Ну, содержимое этой банки, скажем так. И когда мы возвращаем эту банку предприятию, мы получаем те деньги, которые мы оплатили, когда мы покупали этот напиток, как залоговая тара. Как раньше были пункты приема стекла, да? Можно было сдать бутылку в магазине. А вот. Это, конечно, эстетически привлекательно. Это очень мотивирует такие фандоматы, но я должна сказать, что они достаточно дорогие, и как бы мы будем очень рады, если крупные торговые сети начнут внедрять у нас в стране такую практику. То есть, да, это тоже будет работать, но это очень дорого. От саме ця система розширеної відповідальності виробника, вона, мені здається, так би мовити, буде стимулювати виробників, щоб вони
створювали ось ці навіть фандомати або щось таке інше по збору тих же пляшок, да. Так, скляних або пластикових. Для в першу чергу, для підприємств буде встановлено определенне процентне відношення, скільки вони повинні утилізувати свою продукцію. Ну, цей процент буде повищатися. Тобто є определенні показатели, які вони повинні будуть достичь. И основная цель этого закона, да, расширенной ответственности, чтобы обязать предприятие минимизировать вот эту тарую упаковку, которая потом попадает к конечному потребителю, чтобы и предприятие как бы захочет это делать, чтобы меньше платить за конечную его утилизацию. Mm-hmm. То есть наша цель снизить производство вот таких вот упаковок. От, наприклад, в мене моя своя особиста історія, коли я намагалася здати, от просто віддати пляшки скляні від дитячого молочка, але я не знайшла, куди здати. Да, это достаточно сложно. У нас стекло принимает, как бы в основном стараются битое принимать, и то не все, там, да, как бы бутылку от шампанского не принимают. И, конечно, приходится иногда выбрасывать мусорный контейнер, потому что система абсолютно не отлажена. И еще хуже дело обстоит с электрическим обладнанием, да, той же техникой, старый холодильник. Утюг, естественно, можно незаметно положить в контейнер, с холодильником уже будет посложнее. Ну, саме зараз це можливо, але якщо закон буде регулювати це, от що зміниться після прийняття закону, нового закону про відходи, і чи можна буде викинути просто так людині старий пилосос або... Ну, для того, чтобы, просто так как бы избавиться от этой проблемы, наверное, быстро не получится. Потому что потрібен деякий час, щоб люди, так би мовити, зрозуміли, сприйняли всю цю інформацію, яка стосується закону. У нас росте, конечно, екологічна культура, но я думаю, що у нас огромний кусок роботи ще впереді по роз'ясненню. Слава Богу, наше подрастающее поколение, оно уже более ответственно относится к охране окружающей природы, да, они там вдохновленные примером Греты Тунберг, и это более тревожное поколение, то есть их действительно беспокоят эти вопросы, и они хотят, и я думаю, что они будут это делать. Не в пример нам, нам надо переучивать, конечно, поколение, которое привыкло, что за ним все поубирают. Но тоже, да, есть очень много сознательных людей, которые приходят к нам в департамент с предложениями помочь, то есть помочь организовать раздельный сбор, поучаствовать в этом процессе. Мы очень приветствуем такие инициативы. Тобто навіть до вашого департаменту можна звернутися кожній людині, якщо вона має якусь ідею. Конечно. Добру. Нашим департаментом розроблена карта пунктів прийому вторсирья на даний момент частних пунктів. Тобто ми за все хороше проти всього плохого. Пожалуйста, здавайте. Да? Ми не ограничуємо ні в коїй мірі, там, тільки внесіть в муніципальний пункт. Муніципальні пункти дуже здорово можуть сосуществувати з частним бізнесом в цьому плані. Тобто ми все одно йдемо к одній великій цілі, як можна менше відвозити на полігон. Багато областей зараз вже розробляють регіональні плани управління відходами. Я так розумію, що в Дніпрі є вже напрацювання щодо такого плану. Якщо закон приймуть в цьому році, то регіони повинні будуть до кінця року також предоставити ось ці плани. Яка ситуація зараз на Дніпропетровщині? Да, я являюсь членом комиссии по региональному плану по Днепропетровской области. И я думаю, что до конца года он будет готов. Там очень напряженно у нас идет работа над этим планом. Что он из себя представляет? Это разделение области на кластерные зоны, которые будут примерно соответствовать границам новых районов, утвержденных в новом законе по децентрализации. И для каждого такого кластера будет определен объект утилизации или переработки отходов, в зависимости от того, какое количество отходов на этой территории образуется и какой объект там нужнее конкретно для этого кластера. Естественно, будет проложена логистика, все маршруты, просчитаны расстояния, и этот документ будет являться дорожной картой и финансовым паспортом этого кластера конкретно и всей области в целом. То есть это уже будет гарантия того, что мы можем цивилизованно претендовать на серьезные инвестиции в наш регион.
Ви, мабуть, вивчали досвід інших країн, європейських. І ви також є представницею Міжнародної асоціації по управлінню з відходами. І взагалі, от наскільки швидко, наприклад, Польща перейшла на ось цю систему такого якісного управління відходами, да, і безпечного? Во всіх странах цей процес длився, звісно, більше, ніж кілька років. Тобто, там... Кілька років, десятки або... В Японії або... мені розказували, що около 20 років. Да, вот, то есть около 20 лет они шли к этому, и у них очень интересный инструмент, это люди достаточно дисциплинированные, они пользуются общественный, громадский осуд украинского, якщо, общественное порицание. То есть они такого грандиозного успеха в своей чистоте и порядке достигли благодаря тому, что они... охватывали территории, муниципалитет сотрудничал вместе с жителями. Они создавали центры, точно так же, да, муниципальные центры приема отходов. Эти муниципальные центры к себе приглашают граждан, которые заинтересованы в том, чтобы... Активисты. У них активистов, да, точно так же, как у нас. Которые заинтересованы в чистоте своего дома, в чистоте своего квартала. И дальше уже работают с этими людьми, которые контактируют напрямую. То есть, если у них в Японии по дням вывозятся отходы, да, вот, к примеру, по вторникам там пластик. Мешки лежат прозрачные, то есть видно, что лежит в мешке. Когда подъезжает мусоровоз, там контейнеров нет, кстати, там же только в мешках мусор. На вид так. Вообще нет контейнеров. Подъезжает мусоровоз, мы всю эту картину наблюдали, поднимают каждый мешок, смотрят, что в мешке, и если там попадается что-то, что не положено вывозить именно в этот день, то работник предприятия клеит красную наклейку. И раздается звонок активисту, который отвечает за чистоту, территорию. За эту территорию. Вот. Звонок с предупреждением. То есть, если наша машина приезжает в следующий раз приема этого сырья и продолжает лежать этот мешок с красной наклейкой, то на вашу территорию выписывается штраф. И уже человек, который отвечает за чистоту, он уже сам находит, чей это мусор, кто провинился. Ну, естественно, там до штрафов, по-моему, у них не доходит в принципе. То есть, достаточно красной наклеечки. Там всі дуже лякаються, мабуть, з цього громадського осуду. Да, і навіть взгляди, відповідальними, навіть взгляди сусідів там способні, вони, там це працює, скажімо так. Це дуже добре, якщо так навіть працює. А чому не контейнери, як ви сказали? Чому від них відходять? Чи це є сучасним? Посчитали, що так буде проще. Там... своя система, она очень рациональна. Там очень маленькие мусоровозы, очень узкие улицы. И там застройка вообще иногда не предполагает не то, что место для, под большие контейнеры. Ну да, для них 1-1, объем 1-1 – это очень большой контейнер. Там застройка иногда с трудом предполагает движение пешеходов по улице. То есть там тоненькая зеленая полосочка, по которой можно передвигаться. Естественно, как бы дефицит земли, видимо, привел вот к таким вот решениям управленческим. Просто разделили мусор по дням и прозрачные пакеты. Вот так. Если мусор превышает по размеру зонтик, ну, зонтик-трость, да, то есть у них такой замер примерно, то это считается негабаритным мусором, вывозится он раз в месяц. І це по, ну, по віддільним договорам їх вивозять. Всі люди знайомі з правилами, і всі їх, я так розумію, намагаються дотримуватись. А як буде в нас? Тобто, чи планується вже таке широке роз'яснення для населення, яким чином сортувати, яким чином збирати? Муніципальні пункти – це взагалі нове для українців. І дехто навіть не дуже розуміє, що це таке і чому не потрібно там в одну... не сміттєве відро все скидати і виносити, як зазвичай було. Ну, я думаю, що ми ще довго, звісно, будемо йти к тому, що нам потрібно буде прямо вдома детально сортувати, тому що дається 5 років перехідний період для підприємств, які учасники РВВ, для того, щоб почати це все фінансувати.
И как только предприятия начнут финансировать, смогут закупить вот эти контейнеры, да, то есть и бюджет наверняка поучаствует, и РВВ, потому что это достаточно большие деньги. И тогда уже пойдет разделение, и, соответственно, можно будет эту кампанию усилить по экологической осведомленности среди населения. А на данный момент я считаю, что надо идти от большего к меньшему. Да? Для начала объяснять и как бы начиная со школы и вузов и так далее, о том, что, ну, как минимум, холодильник не должен стоять возле контейнера, утюг не должен лежать в контейнере, исключено складывать туда строительные отходы. И, естественно, стараться, если есть возможность, то собрать пластик и отвезти его в те пункты, которые хотя бы мы имеем на данный момент в городе. Ірино, у нас вже залишилось дуже мало часу. От особисто ви, коли ми з вами готувались до інтерв'ю, планували, я у вас питала, на яку тему будемо говорити. Ви мені сказали, відходи – це моя улюблена тема. Чому саме ця тема і чому так опікуєтесь, як вибрали саме цю роботу? Наверное, это она меня выбрала. Я вот недавно читала отчет, который сделало министерство. Они проводили соцопрос в прошлом году. Так вот, из всей экологической ситуации в Украине население, 87% населения Украины беспокоит конкретно обращение с отходами. Поэтому, когда я начала работать 10 лет назад в департаменте экологии, тогда это еще было управление, а эта тема остро стояла, да, вы помните, как у нас было все тяжело с мусором на тот период, слава богу, сейчас ситуация другая, и как бы я продолжаю заниматься этой темой дальше, и я думаю, что в развитии этой темы у нас в городе большие перспективы, мы все-таки рассчитываем на, мы рассчитываем на иностранное сотрудничество, мы рассчитываем на цивилизованный подход, на інвестиції, на те, що у нас буде порядок. Дякую вам за корисну розмову і бажаю успіху. Дуже чекаємо на якісне управління відходами у місті Дніпрі та на Дніпропетровщині. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!